Один из приоритетных государственно важных проектов, над которым трудятся студенты, аспиранты, ученые ТУСУРа, светодиодные технологии. Этот проект один из немногих, который работает по принципу ВУЗ плюс предприятие. О ходе его выполнения рассказывает Василий Иванович Туев, директор НИИ светодиодных технологий. Самые современные лампы, которые демонстрирует директор НИИ светодиодных технологий Василий Туев – пример взаимодействия вузов и производственных компаний. Знаменитое в этой среде 218-е постановление правительства создало условия для успешного выполнения проектов. Разработка и производство новейших энергосберегающих осветительных приборов – задача ТУСУРа, ТГУ и НИИПП. Главная задача, которую решают все производители светодиодов в мире – повышение световой отдачи. Проще говоря, чтобы лампа светила ярче, а электричество потребляло меньше. Так, минувшим летом тусуровская делегация побывала на Тайване, признанном лидере в этой сфере. Им показывали этапы производства, оборудование, условия работы, но скрывали главное, как решена эта проблема повышения световой отдачи. На рынке светотехнической продукции конкуренция достаточно сильна, обязывает компании хранить в секрете те технологические наработки, которые они используют в реальном производстве. Уже есть, чем мы можем похвастать и что бережно скрываем от конкурентов. Сейчас ТУСУР выполняет второй этап технического проекта. Разработаны, изготовлены и испытываются образцы кристаллов светодиодов. Это одна из начальных стадий производства. Макеты самих светодиодов, светильников и других частей будущего продукта.